Андрей, спасибо большое, что вы мне задали эти вопросы. Они как бы не профильные в том, да, они не профильные в том смысле, что, ну, не все, как говорится, составляет какую-то часть там моей жизни. Но мне интересно, все, что вы говорили, все, что вы спрашивали, мне это интересно, потому что жизнь, она огромна, она многообразна, и ты в ней живешь, и тебя в конечном счете касается все в этой жизни. И то, что вы спрашиваете, простите, если я, может, не очень внятно отвечал, но, тем не менее, я говорил искренне. Спасибо.